каждый человек должен исполнить свой долг, чтобы потом в кулуарах не было обсуждений. Я голосовал, я не голосовал. Каждый должен открыто выразить свое мнение. Не скрывать. Вот и все. Чтобы у человека была совесть чиста. Все равно потом, если что-то не так, мы думаем, вот надо было, не подсказали или еще что-то.